Дело было под Новый год. В одном прекрасном море жил кораблик со своей семьей, и был он самый-самый маленький из всех. «Кораблик, скоро Новый год! Пора писать письмо Деду Морозу!» «Ага, Новый год! Я тебе такого напишу!» Поплыли отвозить письмо. Кораблик весело плывет и напевает песенку. «Кога, шкога, Новый год будет мне подарок!» Слышат всхлипывание и плач. «Кто это плачет?» «Это я плачу! Иди, мою маму, помогите мне найти маму!» «Конечно, поможем!» «Конечно, поможем! Давай, дружит!» «Давай!» «Догоняй!» «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» «Ла-ла-ла-ла!» «Дорогой Дедушка Мороз, это я, Ковара. Я хочу омелить первое желанное. Меня завивил-то друг, китенок. Я очень-очень-очень сильно хочу, чтобы китенок нашел маму». «Нужно обязательно помочь китенку. И я знаю, кто нам поможет. Ну, рыбочки миленькие, давайте сотворим чудо вместе». «Ура, нашлась! Я как могу? И я так тоже. Подойди. Мама, папа, мы нашли. Хорошо-то как! Чудо новогоднее! Это нам самый лучший подарок на вечер. Конец.